Приветствую вас, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Приятного просмотра. Многие артисты отечественного шоу-бизнеса живут с неизлечимыми болезнями. Причем многие из них предпочитают скрывать свои диагнозы или хотя бы не акцентировать на них внимание. Среди них Игорь Крутой, Александр Серов и другие. Жизнь Игоря Крутого была полна взлетов и падений. Но последние несколько лет выдались для композитора удачными. Он счастлив со своей семьей и недавно в очередной раз стал дедом. Внука артисту подарил его внебрачный сын Яков. И сейчас Игорь Яковлевич наслаждается времяпрепровождением с малышом при любой удобной возможности. Однако поклонники одно время всерьез беспокоились за состояние Крутого. Дело в том, что прославленный композитор в последние годы сильно похудел. Первые подозрения встревоженного общества моментально пало на онкологическое заболевание. Однако позднее выяснилось, что Крутой страдает от сахарного диабета. Из-за диагноза ему приходится тщательно следить за своим питанием. Игорь Яковлевич всегда был стройным, но за последнее время похудел еще на 15 килограммов. Конечно, все очень беспокоятся, поддерживают его. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но слава богу, у него никакой не рак. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест. И при всем при этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, уважает беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе. Делились в окружении Крутого. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр. Oh,